Привіт, друзі! Рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – японська культура очима дітей. І сьогодні, як завжди, по середах, Рада національних товариств Миколаївської області представляє наших сьогоднішніх гостей. Педагог-організатор, методист загальноосвітньої школи номер 6 Ганна Куценко, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 6 дол-блогер Айша Кеня і представники Японського центру Чорноморського університету Олександра Довженко і Дар'я Довженко. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Сегодня у нас снова Япония, и чему я очень рада, и чему телезрители, я думаю, вы тоже не пожалеете, если присоединитесь к нашему эфиру, потому что Япония – страна чудес, страна тайн и, конечно, страна красоты. Анна Юрьевна, будьте добры, сегодняшняя наша тема – японская культура глазами детей. Вы как педагог. Лучше всего знаете, что значит глазами детей? Ну, прежде всего я хочу сказать, что у нас школа очень многонациональная. У нас в нашей школе учатся дети 13 национальностей. И воспитывая у детей вот такое уважительное отношение к любой культуре, мы тем самым формируем будущих интеллигентных, культурных, поликультурных людей. Дети настолько впитывают все новое и интересное, что остановить их процесс творчества порой бывает очень сложно. Благодаря Галине Юрьевне мы познакомились с культурой Японии, и я принесла с собой работу, она проводила мастер-класс по написанию иероглифов. Здесь наши ученики с 1 класса по 11 класс писали символ своего класса, который будет символом всего То есть это маленькие дети писали? Это работа первоклассницы, это работа первоклассницы, это уже постарше девочка Гаджиева Элина, которая написала иероглиф, обозначающий любовь. Вот дети 5 класса работы. Это все иероглифы. Это иероглифы. Галина Юрьевна специально выкроила время и для детей нашей школы провела мастер-класс по написанию иероглифов. И вот эти вот иероглифы будут висеть в классных уголках каждого класса и символизировать. Вот кто-то брал для себя символ счастья, учения, кто-то огонь, кто-то река. Вот то, что детей волновало более всего, они и изображали на своих работах. А вот писать иероглифы, девчонки, будьте добры, вы, конечно, все трое непосредственные самые имеете отношение к японской культуре, и пишите иероглифы. Да, Дарья, я в ваших руках вижу лист, исписанный иероглифами. Что это за лист? Ну-ка, расскажите. Покажите его сначала. Господа, посмотрите. Весь лист исписанный иероглифами. Но это не просто иероглифы. Самое интересное, что наши юные гости могут это прочитать. Этот ужас весь могут прочитать. Представляете? И еще сложить из этого здравый смысл. Итак, рассказывайте, Дарья, что это у вас там написано? Зашифрованное это послание. Это сертификат. Так. Можно сказать, победителя. Ух ты. Да. Вот эта вот барышня, она участвовала в конкурсе. Александры да. Довженко. Александр, да. Она участвовала в конкурсе и заняла призовое место. Я хочу ей сейчас дать слово, чтобы она поподробнее рассказала. Александра, Дарья дала вам слово, я не смею ей противиться. Пожалуйста. Много лет подряд проходит такой конкурс, на котором дети читают тексты на японском языке, написанные, которые они сами написали, они сами потом и декламируют. Я участвовала конкретно в 22-м всеукраинском таком конкурсе, но есть такое условие, что там принимают участие только студенты. И в основном это студенты 3-го или 4-го курса. А вы ученица какого класса? А я ученица 11-го класса пока что еще, 15-й школы. Вот. Но мне сделали исключение и разрешили поучаствовать в этом конкурсе. Всего было 15 участников и 6 призовых мест. Я заняла 5-е место, несмотря на возраст и то, что мне еще не сразу хотели
разрешать участвовать. Не сразу хотели впустить вас во взрослую жизнь. Да, да. Конкурентку у вас почувствовали. Да. И, в принципе, я немножечко хочу рассказать о своей речи. Там можно было рассказывать... Вы можете даже на японском, я думаю, что мы поймем. Да, телезрители? Ну, что, и на японском, пожалуйста. Ну, Александра. Я могу первый абзац вам немножечко рассказать. Конечно, ну, естественно. Секайджу де оуку но хитога нихонго о бенкё штеиру то омоимас. Нихонго о манабетага тэйру но ва отуна даке дева наку кодомо мо иру то омоимас. Ватаси ва нихонго га тотемо музыкасии генго да то омотте ита но дес га доу ште кодомо тачи га нихонго о манабетагару но дароу ка тою гимон га атама ни уканда кото га аримас. Ну, если... я думаю, что телезрители все поняли, да? Вот река, вот лес, вот небо, вот тучи, а вот я, да? Что-то типа этого? Ну, в принципе, правильно? Да. Я конкретно выбрала тему, какие методы помогали мне в изучении японского языка. Потому что я начала учить, когда мне было всего лишь 10 лет, а сестре 7. Поэтому было достаточно сложно. Дарья, а вы прицепом учились с Александрой? Или тоже вы в 7 лет вдруг вы почувствовали непреодолимую тягу к японской культуре? Почувствовала, это, конечно, было очень сложно, потому что многие темы, вот они есть в английском, а в русском его нету. И я еще тогда этого не знала, и часто я вначале темы учила на японском, а потом уже в английском, то есть... Это было тяжело, то есть я раньше узнавала все в японском, но это мне потом помогало в будущем для изучения других языков. Угу. А других языков это кроме японского и английского какие? Немецкий. Немецкий. Нет предела совершенства, девочки. Друзья мои, сейчас мы еще вернемся к вашим неординарным способностям и владению многими языками, но у нас еще одна удивительная гостья, но я думаю, телезрители, вы заметили, что в нашей студии самые удивительные люди, какие только могут быть на свете. Вот, например, Айша Кенни. Она ученица 10 класса, но еще она блогер, да, вот такое сложное сочетание, и она тоже имеет самое непосредственное отношение к Японии. Да, Айша? Ну, Япония... Вы родились в стране восходящего солнца? Нет, я родилась в Украине, я коренная украинка, и Японией я заинтересовалась не так уж и давно. Я принимала участие в школьном спектакле, которое было посвящено Японии. Это было... Я перебила. Это был спектакль, посвященный двум трагическим датам. Дате трагедии на Чернобыльской АЭС, и такая же катастрофа случилась, к несчастью, на японской станции Фукусима. И мы ставили очень такой трогательный спектакль, он назывался «Реквием Щобедный дух двух народов». И вот Айша была... ученицей там по сюжету, участники этого спектакля, дети трех стран, переживших катастрофы ядерные. Америка, Япония и Украина. И Айша водила своих друзей из Японии и из Америки по городу Миражу Припяти и рассказывала о том, что происходило. На японском, Айша? Нет, на украинском. Японский я хочу выучить, так как этот язык меня и заинтересовал, ну, не просто своими непонятными пока что иероглифами, а тем, что... Ну, девочка, ну смотрите, для них это вообще как орехи щелкать. А тем, что на этом языке пытаются говорить мои одноклассники и одноклассницы, и мне тоже хочется понимать, что они там говорят, и я планирую после английского языка изучать японский язык. А параллельно? Два языка. Ну, и можно, Анна Юрьевна, вы как педагог, конечно, значит, планирую. Сразу взяли и начали изучать, Айша. Поставили все уже, конечно. Айша, и вы изучаете японский язык уже, правильно? Вы уже еще не изучаете, да? Мы начинаем с культуры. С культуры. Да. Ну вот, правильно, нужно сначала влюбиться в культуру, чтобы уже пошел и язык. Хотя у Александры и Дарьи, по-моему, сначала язык, а потом уже влюбились в культуру. Но по-всякому бывает. Вот вы держите в руках куклу, которая, кстати, тоже чем-то похожа на куклу из японских мультфильмов, которые... были не так давно. Есть, да. Но вот я помню такие замечательные мультфильмы, такие трагические, вот такие большие там были глаза у главных героинь.
Айша, будьте добры, кроме японской культуры, вы, как я обозначила вас, коллекционер кукол и дол-блогер, или, если говоря нормальным языком, это мультипликатор, да? Мультипликатор, да. Будьте добры. Куклами занимается. Занимаетесь куклами. Почему вы любите кукол? Ну, во-первых, все начиналось с того, что просто мы покупали кукол, и я со своей младшей сестрой, которой сейчас 5 лет, мы играли, и из игры это перенеслось в съемку видео. Мне это понравилось, я начала пробовать и выставлять на свой канал в Ютубе, который так и называется «Айша Кения», только на английском языке, но если вбить на русском или на украинском, тоже он появится. Мне это очень понравилось, и с обычного хобби это переросло в даже работу, которые я тоже, ну, зарабатываю деньги, это большущий плюс. Также плюс в том, что помимо коллекционирования кукол, я собираю огромную популярность среди тех людей, которые тоже занимаются этим делом, и меня смотрят с разных стран, и мне как бы приятно, что не только вот с Украины смотрят, а и с других поддерживают меня и в каком-то смысле любят. И вот эти вот куклы, да, они все, ну, это они специальные все подвижные, куклы, то есть у них есть шарниры в плечах, в локтях, в кистях. А вы сами их делаете или нет, что? Нет, а эти куколки, мы покупаем их. Кукол вообще на данный момент очень много разных. Вот эти, сегодня я принесла в студию две куколки Шибажуки Girls и одну куклу Monster High, это вот эта вот куколка с одним глазом. У каждой куколки есть капец, свое имя. Один глаз, бедная. Но это герои японской, да, сказки, поэтому... Одноглазые, да? Поэтому, куклы, да, жаль ее. По сюжету оправдано один глаз у этой куклы. Даже ее кто-то замуж, может, возьмет, да, в сюжете? Ну, возможно. А ну, там целый остров населенный. Да, вот одноглазными куклы сердечные, да. Там будет много монстров. Да. И что, Айша? И вот эти вот куколки, вот само название Шибазуку Girls, создательница этих кукол была очень заинтересована Японией, она изучала японский язык, вот как девочки, и она решила создать кукол, чтобы показать людям, что Япония тоже достойна, ну, большего. Ее вдохновила токийская мода уличной молодежи, и она вот создала таких куколок, чтобы показать моду этих, ну, девчонок, которые там ходят. В розовых лабутенах, да? Да. В высоких гольфах. Ну, хорошая мода. Девчонки, как вам такая мода? Вот так вот одеться и прошвырнуться по Токио. Благодаря Галине Юрьевне, она проводила у нас мастер-класс по пошиву кимоно, и ученицы 6-х классов и 7-х в ноябре месяце у нас коллективное творческое дело «Театр Кабуки», «Театр Нуи», «Театр теней», они шили себе кимоно вот под руководством Галины Юрьевны. 6-классницы шили маленькое кимоно вот на вот этих вот кукол специально, для того, чтобы Айша, когда будет работать над мультиком по японским сказкам, имела возможность показать не современных кукол, а традиционную одежду японской девушки, женщины. И вот ее вот эти куклы будут в тех маленьких кимоно, пошитых вот так, как полагается, настоящее японское кимоно, вот они будут тоже... Тоже будут героинями, героинями ваших мультфильмов. Айша, ну для того, чтобы ставить мультфильмы о какой-либо стране, ведь нужно действительно очень серьезно изучать культуру этой страны. Ну, я стараюсь, я буду стараться. Я начала читать японские сказки, они сами по себе короткие и имеют большой смысл. И меня очень заинтересовала сказка про одноглазый и двуглазый. Сама сказка рассказывается про лентяя, который ничего не делал и молил Бога о том, чтобы был такой день, ему улыбнулась удача, он стал богатым. И вот однажды к нему кто-то пришел и говорит, что вот на том береге реки появились какие-то одноглазые монстры. Тот обрадовался и говорит, вот пойду я и словлю того одноглазого монстра и буду иметь с это денег, показывать людям и получается серебряные монеты. Но не тут-то было. Когда он приплыл к тому берегу, он увидел этого монстра и говорил, ну садись в мою лодку, пошли, я тебя покажу своему народу, будем дружить. А тот улыбнулся и сказал, я бы с удовольствием, но сначала я бы хотел тебя, двуглазого, показать своей семье, и тогда я с удовольствием поеду к тебе. Тот, ни о чем не думая, согласился и пошел. Этого двуглазого звали, ну, нашего человека, японца Секки вроде.
Он пошел, и только он зашел, над ним начали смеяться все одноглазые в семье этого монстра. Они начали смеяться, а тот закрыл дверь и говорит: ну все, теперь мы будем богачами. Они посадили Секки в клетку и показывали остальным одноглазым монстрам. Угу. И это имея за это деньги. Я же хочу. Не рой яму другому. Да, мораль всей сказки такова, что действительно не надо. Не ищи легких денег, да, еще, господа, не ищите легких денег, а нужно их зарабатывать. Вот как зарабатывают их наши сегодняшние гости, как они трудятся. И будьте добры, Дарья, Александра, работа и изучение японского языка, кроме того, что вы уже практически, ну не в совершенстве, но хорошо владеете японским языком, что вам это дает еще? Кроме эстетического удовольствия. Нам это дает еще много возможностей, ну и в том числе участвовать в таких конкурсах. И я все-таки хочу немножечко закончить то, что я хотела сказать. Тот конкурс, в котором я участвовала, я просто еще там показывала картинки, которые я сама сделала, чтобы подкрепить. Сами нарисовали, да? Да. И вот хочу их показать. Покажите, пожалуйста, будьте добры, чтобы мы успели в эфире. То есть вы сами... Вот, сама создавала эти картинки, чтобы было понятней понимать людям, которые или не знают, или не понимают японский, о чем я говорю. В этой картинке главный смысл в том, что когда ты учишь, неважно, что это будет, японский язык, любой другой. Показывайте следующие картинки, Александра. То с картинками будет, конечно же, интереснее. Конечно, интересно, я все понимаю. Самолет, да. Кофе, все понятно. Мешочек, ну, вот с деньгами, самое, наверное. Самое главное, да? Прочитать очень легко. А, да, пару пустяков, конечно. И еще главное, это то, что если ты будешь рисовать сам, а потом подписывать, то это будет удобнее и интереснее. Поэтому можно это использовать на вооружение и в других языках. Используя это. Ну, это вот ваши картины с японскими иероглифами, ведь да. Это целая... Целый рассказ, можно так сказать? Ну, можно и так рассказывать. И так вот... Можно и так сказать. А это небольшая история, можно сказать, как возник иероглиф «огонь». То есть люди видели огонь, попытались его нарисовать, и это было, ну, выглядело примерно так. Если понимать, откуда возник иероглиф, то можно его учить. Такая же история с иероглифом «гора». То есть была гора, и получился иероглиф «гора». То есть это не так сложно, если понимать, откуда он берется. Угу. И еще один такой интересный факт. Если соединить гору и огонь... А ну-ка, что будет? Получится вулкан. Опа! Действительно вулкан. Огненная гора. Огненная гора. Поэтому, если понимать, что ты изучаешь, тогда будет не так сложно. И, используя такие небольшие хитрости, можно учить даже такой сложный язык, как японский. Девочки, вы рекомендуете... нашим телезрителям, нашим юным зрителям изучать японский язык? Мы рекомендуем, но единственное, что это может быть немножечко тяжело, и не только потому, что там есть иероглифы, две азбуки и много сложных слов, а еще потому, что японская логика немножечко отличается от нашей, поэтому... Японская логика? Чем? Да. Ну, допустим... Нам очень непривычно, когда японцы по 300 раз извиняются, и нам лучше сказать один раз или иногда вообще не говорят. Но японцы будут извиняться за каждую мелочь. К этому нужно привыкать, и много других вещей, которые они используют в обиходе, для нашего восприятия очень сложно это принять, поэтому это может быть сложным. Да, вот как, например, еще они никогда не будут говорить с уверенностью, им легче сказать фразу, там, ну, глагол, и потом сказать «томоимас», то есть «я думаю», «я предполагаю». Им всегда лучше сказать с неуверенностью, потому что если что, то так они могут, опять же, извиниться, и на этом проблема решена. То есть ничего не обещают. Да. Ни да. на чем не настаивают. Да, они такие очень интеллигентные люди, поэтому... Все японцы? Или это именно заложено в их культуру, да, вот эта деликатность? В культуру, да, и в самой речи там много-много оборотов, и они вряд ли что-то скажут, ну, как у нас, я сказала, значит, так и будет. Нет, они говорят, что, скорее всего, это будет так. Но, тем не менее, друзья мои, это не мешает японцам быть и очень свирепыми воинами, взять хотя бы самураев. Как-то, знаете, сочетается деликатность и свирепость. Вас не пугает вот такой скорее жуткий всего, скачок? Это, возможно, не свирепость, а отвага, прежде всего рассчитанная на защиту своего отечества в первую очередь. Своей сила. Свободы, сила, да. Это, мне кажется, не свирепость. Не свирепость, отвага, да? И сила, вероятнее всего.
Я как японцы буду говорить, возможно. Возможно. Ну, мы, конечно, почему бы нет, что в каждой культуре есть что-то полезное, что можно взять на вооружение всем, да, конечно. Можно взять и на вооружение для себя. Анна Юрьевна, будьте добры, а вы? Владеете японским языком? Японским языком я, к сожалению, не владею, но готовясь вот к этому мероприятию, к написанию иероглифов в мастер-классу, я взяла в руки словарь японских иероглифов, а он оказался 1944 года выпуска, то есть это практически уже раритетное издание. И я обратила внимание, что там вот есть такое понятие, как ключевое слово. Вот мы видели отдельно гору, отдельно огонь. Вместе получилось вулкан. Гора, огонь, вулкан – не однокоренные слова, как у нас в русском языке, но есть вот ключевое понятие. Вот с этим было немножко сложно, но, наверное, на 135-й странице из 360 я наконец поняла, что такое ключевое слово, что такое ключ. И мне стало немножко проще работать с этим. К изучению японского языка можно прийти через что угодно. В школе проводился конкурс «Тендитный свит японских речей». И вот сейчас вы видите работы наших учеников. Это и куклы. Да, это и куклы, и рисунки, и вот аппликации. Совершенно потрясающая работа одноклассницы Айши Мальцевой Владиславы на черной бумаге. Вот такая вот поразительная, просто красоты поразительная японка. Здесь мы можем видеть украшения для мобильных телефонов. В Японии есть очень известный дизайнер, молодая женщина Яйои. Вот в ее стиле наши дети пытались сделать некоторые вещи. Потрясающая вот эта вот маленькая куколка японская, она действительно вот такой вот совершенно очаровательный имеет вид. Эта кукла похожа немножко на нашу куклу-мотанку, но вместе с тем она тоже носит такой ярко выраженный характер, японский колорит. Настолько интересно было все это для детей, что не только они, вот их родители... Вот этот вот рисунок, вот покажите, этот, пожалуйста, да, потому что, чтобы телезрители Мальцева увидели. Владислава, посмотрите, вот очень-очень-очень красивая работа, очень нежная, очень аккуратная. Эта работа мы брали с собой на выставку, когда в одну из суббот проходил фестиваль «Дружба». Эту работу могли видеть все участники этого фестиваля, а наши дети принимали участие в танцевальном флешмобе. Было очень интересно видеть, как они тоже танцевали, включались в исполнение и грузинских танцев, и армянских танцев, и цыганских танцев, и болгарских. Было очень здорово, очень весело. Это были восьмиклассники, они у нас такие восьмиклассницы, очень подвижные, очень эмоциональные, и с удовольствием принимали участие во всем этом. Я хотела сказать еще, что 17-й год – год не только японской культуры, но и год немецкой культуры в Украине. И я вас с удовольствием, с большим приглашаю, и вас, девочки. В пятницу у нас проходит большое мероприятие, коллективное творческое дело «Свит дитини», «Свит японских та немецких письменников «Очима дітей», и мы приглашаем вас посмотреть в исполнении начальной школы, вторые, третьи, четвертые классы, японские сказки и немецкие. Третий класс в японских костюмах, в кимоно, с веерами японскими, они отличаются от китайских обычных наших вееров очень сильно. Приходите, посмотрите, вам очень понравится. Спасибо. А где это будет проходить? Шестая школа. Шестая школа. 12 часов. Да, и главное, чтобы помнить, что японцы и китайцы – это разные народы. Да. Друзья мои, у нас осталась всего минутка, но я думаю, каждой из вас останется обязательно слово для наших телезрителей. Александра. Ну, я бы хотела пожелать телезрителям, чтобы они учили то, что они захотели, и все, за что ты можешь взяться, будет легко, если ты понимаешь, зачем оно тебе и откуда оно произошло. Поэтому желаю вам удачи в начинаниях, и есть такое японское слово «гамбаримас», то есть я буду стараться. Да. Вперед. Дарья, будьте добры, из ваших уст. Я хочу пожелать телезрителям, что делайте всегда то, что вы хотите. Если вы думаете, что это вам пригодится, то обязательно попробуйте себя в этом. Вдруг это потом будет
Мы ж никогда не знаем, что будет в будущем. Вдруг это поможет вам и будет вашей основной, например, профессией или хобби. То есть, если вы что-то хотите делать, то начинайте. Не переживайте, не сомневайтесь. Да, а идите себе, идите, хотите, не хотите, а идите. Айша, будьте добры. Ну, дорогие телезрители, никогда не бойтесь узнавать что-то новое, ведь, как и сказали девочки, все пригождается в жизни, и нет такого момента, что вот это нужно, это не нужно. Узнавайте, делайте что-то, учите, и верьте в себя, и все будет прекрасно, все будет супер. Анна Юрьевна, ну а у вас всего лишь совсем одно слово, будьте добры. Известная фраза: чем больше языков мы знаем, тем человечнее мы. Мы будем учить не только японский, не только английский, не только немецкий язык, но и к своему родному языку мы будем относиться с большим уважением. Спасибо, друзья мои, что были у нас в студии. Друзья мои, сегодня мы смотрели и изучали японскую культуру глазами детей. И как вам советуют наши сегодняшние гости, наши дети, делайте, что хотите. Ну, хоть что-нибудь, но делайте. Це була розмова на тему. На все добре.